Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины уничтожены до 200 человек личного состава, 9 артиллерийских орудий и военная техника. В результате огневого поражения российской артиллерии боевых позиций националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменская Донецкой Народной Республики ликвидированы более 60 боевиков. В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 12 пунктов управления, 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. В районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226 районах. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 3 взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, 3 артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок М-100С, 10 артиллерийских взводов орудий М-100Б, 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Поросковиевка, Опытная, Веселая, Раздоловка, Бахмутская, Водяное, Георгиевка, Часов-Яр, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольская, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цурюпинск Херсонской области, Харцизск и Горловка Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.